Написано 450 грамм. Не знаю, соответствует, нет? Очень классная мороженка, вообще обалденная, смотрите. Напомню, это в светофоре. Подаешь на ручки? Хулиган. Все бы бегал. О, вот так вот поливается, видите, как хорошо, так красиво. Можно так прикрутить, чтобы поменьше. Че, Димончик? Димон, ты видел уже? Ну да, пускай маленько поливает, наверное, я думаю. Помидоры уже даже висят. Арчи, то ты маленький мой. Ждешь меня, что ли, здесь? Да, мой хороший. Димка, будешь мороженку? Да, давай. Вот такое. Тут, Димка, еще пирожки есть, самса. Самса? Потом. Ну вот, которые три такие треугольнички. Да. Это мясо самса, да? Нет, называются они самса. Ложечки. Провода у меня, пытаюсь телевизоры настроить. Надо ложечки. Все же, да, конечно. А, и ножичек, да. Все же какая-то проблема. А что, мы, наверное, с одной коробки с тобой поедим, да? Мы раньше всегда мороженки брали в этом, в Чижике брали мороженки всегда. А там, тут, да? Там по 90 грамм мороженка 34 рубля, ну 35. А здесь 450 грамм, она стоит... дай бог памяти, 109 рублей, вот такая вот. Мы уже пробовали с маракуйя, реально вкусная мороженка, вообще классная. А, большая? Смотрите, хо-хо-хо, как классно выглядит вообще. Вот, вот мы с Димкой ее, так вот видно же тут цветочек. Угу. Делим, ох, какая вкуснятина. С Димкой покушаем маленько мороженки, да? Классные вот такие вкусняшки. Ой. А с чем это? Черная смородина. Нормально. Написано 450 грамм. Не знаю, соответствует, нет? 450 грамм, мне нет. Очень классная мороженка, вообще обалденная, смотрите. Напомню, это в светофоре. То есть, нормально там. В светофоре? Есть продукты там, конечно, понятно. А что у тебя еда лежит вон? Пожалуйста, кушай, иди к себе. Арчи, вон тебе еда, иди кушай. Вкусно, да? Да. Ну, смородина, да. Просто сверху, видимо. Ну, внутри там маленько, наверное, есть. Там внутри-то, походу, нету. Ну, вот с краю маленько что-то. Обалденно. Да. Да, вкусно? Очень. Сейчас, наверное, ближе к вечеру только поливаться с Димкой пойдем. И потом в баньку. Угу. Сейчас посмотрю, что с телевизорами. Попробую настроить все-таки телевизор. Получится, не получится, не знаю. А девочки у нас приедут только вечером. Напомню, что Алла на работе у нас. В 10:30, да, где-то? Угу. 10:40, даже 11. Алла на работе, а Настя просто осталась гулять с подружкой. Вечером с мамой приедет. А вот. Так что мы мужской компанией. Только Арчик, я. Дима, я. И Арчик. Аря вон кушает. Ну там специальный сухой корм. Такие собаки капризные. Им нельзя ничего такого лишнего. Ну именно Арчику. Да, вот. Не, вообще порода такая. А, да.
Ну, может, у кого-то едят. Нам объяснили, знаете как, почему собаки вот эти такие, как бы, капризные, скажем. Они же раньше вообще в Англии были как мышеловы. Ловили мышей, явно их ели. Прошло время, то есть народ понял, что эти собаки стали популярны. Пользоваться спросом, не дешевые, скажем так, да? Йоркширский терьер именно вот эти породы. Их начали скрещивать. И то есть вся эта ихняя... Ну, они раньше были здоровыми, нормальными, ели обычную еду, даже вот говорю, мышей ловили, получается. А потом начали скрещивать, там, вплоть чуть ли там не брат с сестрой, вот так вот. И начали собаки очень сильно болеть, больные со здоровыми. И все это вот так вот кувырком, короче, и собаки стали все вот, ну, не такие крепкие, как были раньше, там, в 1800 там, каком-нибудь году в Англии, когда они ловили мышей. Сейчас эти собаки, йоркширский терьер, совершенно другие. Есть очень маленькие йорки, да? Мини. Ладно, сейчас, друзья, маленечко Димка мороженку покушаем. Поковыряю телевизоры, повторюсь еще раз. А потом, ближе к вечеру, точно, мы с тобой затопим баню. И пока баня топится, мы будем поливать огород. Хорошо. Вот и все. С телеком, походу, разобрался. Все соединения перепроверил, а там усиление стоит, как бы это, блок питания такой. Вот я его тоже разобрал, и вроде сейчас вот на втором этаже уже нашел, как бы канал вроде нашли. Там периодически бывает, там пропадает сигнал, но вроде как ничего. Арчик меня благодарит. Вот тут вроде сейчас вот на первом тоже уже. Канал, наверное, ой, телевизор, наверное, мерцает, но там вот написан список каналов уже. То есть я надеюсь, что сейчас все-таки он найдет все. Потому что на втором этаже я уже даже полежал там, посмотрел, ждал, когда будет сбой. Как сказать? Поиск сети вот этой вот, или как там? Нет сигнала. Нет сигнала, да. Я ждал, когда будет нет сигнала, но он так и не наступил. Я надеюсь, что все-таки я исправил. Просто соединение все перебрал, как бы там, подзачистил в одном месте. И вроде как бы пошло. Ну, надеюсь, что это, что исправил. Посмотрим сейчас. Вот. Сейчас дождемся загрузки полной. Полная загрузка. Сейчас до конца полоска дойдет зеленая по низу. И уже посмотрим, сколько каналов и будет ли работать вообще. Может, опять постепенно будет, конечно, сбой. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. О, уже вижу 20 каналов. Уже нашел 20 каналов. Класс. Значит, все работает. Ну, лишь бы потом не выкинуло нас. Не было бы никакого сбоя, чтобы все работало. 20 каналов сохранено. О! Просто получить. Ура! Че это? Первый канал. В отделении и онлайн. Ну-ка. Мечты сбываются. ТНТ. Со встречи. Но его убили. Ура! ТНТ работает. Ура! Что она скажет, кто же виновен. СТС, все. Ну, дай бог, чтобы это. Вязанка филейская. Потом, а то оно со временем может быть, нет сигнала и все. Ладно, хорошо, исправили. Пойдем погуляем с тобой? Без поводочка. Мы с ним уже ходим без поводочка гулять. Но он маленький, иногда себя очень вредно, пакостно ведет. Потому что он выходит на грядки и начинает там топтать. Ну-ка, спокойно. Пойдем сходим погуляем с тобой, да? До бассейна. Тапочки одену. О, здесь свет у меня еще горит. Пошли, пошли гуляй. Не бегай только никуда. Ладно? А, тихонечко. Пойдем, тихонько. На. Пойдем до бассейна. Арчи, пошли. Куда пошел? Иди сюда. Пойдем. Смотрите, какой молодец. Куда пошел? Пойдем. С ним так, если спокойно, то он, в принципе, более спокойно. Ой, уже косить можно, да? Арчи, уже можно косить. Опять трава выросла. Ну как тут облепиха наша? Маленько ее, смотрите, этого, опилом обложил вот так вот. Все листики у нее хорошенькие. Но ей говорят, ничего не будет, она наша, северная.
Ну, в смысле, то есть в холодное время, то есть она не южная ягода там, поэтому она нормально. Арчи! Арчик! Че там? Да, нет, туда только на поводке, туда мы так не пойдем. Пойдем. Пойдем сходим. Иди сюда. Иди, пойдем сходим вот тут погуляем. По грядкам не бегай, ладно? По грядкам не бегай. О, тут у нас опахало. Опахало упало. Лучок у нас зелененький. Хорошенький. А земля-то сырая какая-то. Дождь, наверное, не так давно был. Ну-ка, не ходи по грядку. Это что такое? Ну-ка, уйди. Ну, давай, все, басы. Стоять. Он вот по грядкам бегает. Вот это проблема. Так, это увалы. Розочки все. Надо все поливать. Все поливать. Я говорю, ну, земля сырая, недавно, у нас 3 дня не было, а земля сырая. То есть дождик был не так давно. Лучок уже зелененький такой. Да? Ты бегаешь по грядкам, слышишь? Ты же нам все потопчешь. Здрасте. Ну-ка, возьмем, посмотрим. О! Помидорки-то, да? Смотри, какие хорошенькие. Уже цветут. Где-то уже... А, вон уже помидорки висят. Ничего себе. Класс. Ну, иди. Только не бегай по грядкам. Давай, тихонечко. Пошли. Ну куда? Иди сюда. Маленько начинаем, вроде бегает, так по грядке, на грядке забегает. Хулиган. Все бы бегал. Да? Все бы бегал. Арчи, так у нас в грядке ты так топчешься, бегаешь. Весь нам укроп повырываешь. Че, погуляли маленько? Птичек ловит. Он все птичек. Ой, он все птичек ловит, бегает. Кстати, что там? Птенцы-то все что ли улетели? Что-то тут все, птички обкакали. А птенцов-то и не видно. Никого нету, да? Тишина. Здесь постоянно орут. Сейчас тишина. Я сам-то не вижу, что там происходит. Пойдем. Давай. Ой, ой, майку мне не порви. Пойдем домой. Пойдем домой, сходим. Пойдем? Пошли. Пошли. Пойдем, 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 пойдем. Заходи. Заходи. Ну что? Что, включил? Что там? А что, телек показывает, не? Да. Не вырубился? Нет. Ну, проверю, да, можно? О, показывают, слава богу. Ну, друзья, надеюсь, что сделал. Ой, что я зря переключил-то. Знаете, сейчас Арчик был. Я, друзья, на видео не снимал. Все-таки неудобно. Соседи у меня его через забор взяли, и он у них бегал по участку. Соседей? Да. Там бегал по участку у соседей.
у, там, у председателя. Да, Арчи? Классно, ну там не было Ричи. Это у которых Ричи такая собачка мальтеза белая. Вот. Там Ричика не было, так что он один побегал. Да, Аля? Прикольно. Водичка сейчас пришел, попил, устал, набегался там. Молодец. Ну, слава богу, телек сделал. Вроде работает, да? Знаю, в следующий раз, если что, куда лезть. Где может быть проблема. Решили с Димкой маленько перекусить. У нас есть пирожки такие вкусные, которые просто нужно приготовить в микроволновке. Сейчас вот поставлю чайничек. И пирожочки наши приготовим. Очень вкусные, частенько берем в доброцене. О, газ-то я не открыл еще. Сейчас газ надо открыть. Газ-то я забыл открыть. Пошли, Арчи. Пошли. Заходи. Заходи давай. Давай, заходи быстрее. Вот так вот. Все. Так. А мы, наверное, сейчас сразу же поставим наши пирожки. Наши пирожки. Так, где они у меня? Вот они. Вот такая самса обжаренная. Вкусные, кстати, хорошенькие. Димка, сколько будет штук? Штучка 4, ну, понял. Все. Так, ну и я, наверное, так же. Раз, два. Так, три, четыре. Раз, два. Три, четыре. Ну, еще парочку положу. Пусть будет. Вот так вот. Вот такие пирожки классные. Недорого, я говорю, рублей 100. Ну, может, 120 или сколько, 140 стоит. Так, времени побольше. А то мы тогда приготовили, и почти холодные были, и мы почти холодными их ели. Да? Да ведь? Дёбка. Ну, мой хороший. О, пописал, молодец. Мы ему вот так пеленку делаем, на скотч ее прилепляем. Он же у нас мальчик, ногу поднимает и писает. Да? Да ведь? Ну, хулиганчик. Мальчик-хулиганчик. У нас нынче вот такой вот фруктовый чай. Брали в Доброцене. Магазин Доброцен. Вот такой. Северные ягоды и травы. Я даже не знаю, честно, что там у нас. Состав: черный чай, измельченный чабрец, ароматизатор тимьян, ароматизатор северной ягоды, облепиха и брусника. Ну, в принципе, очень даже неплохо. Чайник у нас уже вот, можно сказать, закипел. Я наливаю себе в такую кружку самую большую. О! Все, засвистел. Димка! Тебе в обычный стакан, да, кружку? А можно большой? Тоже большую? Да. Димке вот в такую налью тогда. Пирожки наши уже готовы. Можно маленько, наверное, дать, пока я чай разливаю. Еще маленько подогреть. Я, Димка, не разбавляю. Ты тебе разбавляй. Давай я разбавляй. Давай, разбавляй. Вот я тебе вот так налью, наверное. Ты уж сам разбавишь.
И вот пакетик тебе потом возьмешь. Вот, вот эту разбавляй. Вот вода, все. Вот туда разбавляй. Сколько надо воды нам наливать? Ну все. Да. Это что? Это твой пакетик. А у меня еще нет пакетика? Нет, не бросал еще. Разбавь, потом добавишь. Так, а сахар надо? Наверное, 2 ложечки. Наверное, сахар все-таки надо. Мы же с пирожками, не со сладким. Если бы мы пили с чем-нибудь сладким, то, конечно, да? Нет. А тут-то как бы... Нет, 2 ложечки. Надо тебе? Нет, 2 ложечки. Ну, тут лишняя большая ложечка, так что вот так вот, да? Да. Дай ему настояться маленько. Да, я вообще спорю. Чтоб заварился чай. А я вот люблю горячий. Я никогда не разбавляю обычно. Мне нравится вот. Чай горяченький. Я даже, наверное, еще добавлю. Больше до краев. Я когда пью с чем-нибудь, там, пирожком каким-нибудь или с чем, я люблю, чтобы чай был сладкий. О. Все. Пироги наши тоже готовы. Ого, такие пирожочки, да, классные? Ах, горячая тарелка. Я их люблю с каким-нибудь соусом. Сейчас, наверное, у нас есть кетчуп. А, Димон, держи, горячий. Горячий очень? Ну да, горячий. У нас есть кетчуп, сейчас, наверное, за кетчупом еще сбегаю быстренько. Чай мой. Так. И где-то кетчуп мы брали. А вот туда же еще есть терияки. Дима, терияки будешь? Терияки? Нет, терияки не любишь? А есть грибной какой-нибудь? Ну, я тоже белый люблю, но нету, нету белого. Нету, мы не брали. Только кетчуп у нас. Вот такой вот у нас кетчуп. ЕЖК шашлычный. Да, давай. Давай буду. Все, маленько перекусим, да? Да, маленько. Маленько перекусим пирожками. Вкусняшка. Пирожки классные, вообще отменные. Где? Что тебе? Это? Давай кетчуп по тебе сделаю. Ты себе ничего. Арчик устраивается спать, видите там? Лежи, лежи, отдыхай давай. Дремай. Что, видите, это мяско. О! О, ягодный чаек вкусно так пахнет. Ну что, как? Не холодные же, да? Mm. Вроде хорошо их погрел. Mm. Вкусняга. А ты все видел? Ты молчал. Ладно, Аркадий еще тяжело. Время уже доходит. 3 часа? Да, до 3. Я думаю, часиков... Не будем затягивать. Я думаю, часиков 5 начнем топить баню. Пару часов мы ее топим. Часиков до 7. И где-то, ну, 7:30 примерно. Идем мыться уже. Попаримся маленько. Мы недолго, да, ходим так-то. Угу. Ну, часик может быть. Максимум, не больше. И где-то вот 8:00, 8:30. Сядем уже потом ужинать. А пока топим баню, в 5 часов, будем поливать огород. Время вышло, пошли, Димон. Сейчас идем, короче, затопим баньку сперва. А потом уже
начнем поливаться. Пока у нас банька топится, да, дровишки наши горят, мы уже весь огородик подтопим хорошенько. О, подтопим про баньку, думаю, говорю, подтопим. Польем. Время у нас, вон, видите, 5 часов. Ровно. То есть, все, в принципе. Да, Димон? Пошли. Пойдем мы на улицу. Будем поливаться. Кепочку, наверное, накину. На тебе кепочку какую-то, да? Давай вот эту. Какую? Мою, что ли? Нет, Лего. Вот эту? Ты. Держи. И Арчика, да? Yes. Арчик, ты только на поводочке с нами. Ты так это. Поводочек ему на улице пристегнуй. Что потерял? А где мой телефон? Тебе зачем телефон-то? Не, просто поставьте его. Наверху, может быть? Не, я его спускал. Нету? Нет. Включил обогреватель теплэка. Сейчас найду. Обогреватель теплэка. Ну, греет, стоит. Здесь вот у него температурный датчик, он выключает розетку. Я, наверное, его маленько прибавлю, потому что он тут все равно прохладно. Пускай у нас работает. Я не скажу, что холодно, как бы. Здесь вот вообще даже показывают 22, а по полу чувствуется, что прохладно. Все, нашел? Да, все нашел. Все, пойдем. Аря, пойдем тоже, но ты будешь на поводочке у нас. Мы будем поливаться. Тихо, 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 тихо. А ты хоть на поводочке с нами будешь? Давай, мы сейчас его вон там пристегнем, пускай он там сидит. Давай, дом будем закрывай, чтобы у нас там печка работает. Вообще надо, знаешь что? А вон Арчика. Надо вообще закрывать, наверное, вот эту дверь даже. Иди сюда, пошли. Вот эту надо закрывать. Потому что там тепло-то все. Иди, Димка, тихонько выводи его туда. И там цепляй его. Тихонько, тихонько, держи его нормально. Все его. Да, так, так поднял. Пристегни его на эту, на свободную. Пускай он здесь и будет. Ты замочек, кстати, не убрал. Калитку открыла, замок не убрал. Где ключи от этого? В доме, да? Да, в доме. Так. А такие грядки, я говорю, сырые. Выглядят, как будто они это поливались. Ну нет, однозначно, конечно, поливаться надо. Однозначно надо поливаться. Бубника. Сейчас уже время как раз подходит, так что это. А смотрите, елочка-то все больше и больше на ней. Смотрите, какие. Да. Видите, какие светлые. Все больше и больше. Ничего себе. Я говорю, птенцы не орут, как будто уже улетели. Смотри. Все, может быть. Так там не вижу, я потом телефоном посмотрю. А? Так, что, Димка? Слушай, знаешь, что я не взял? Ключ от бани. Там топор, да что? Сходи, пожалуйста, будь другом. Елка, кстати, у нас выросла так. Смотрите, какая елка стала размером. Вот такая была. Нифига она маханула. Вообще красотка у нас голубая, видите, какая? Красиво. Так, ну ладно, пока воду открою, наверное. Тамара Павловна, здрасте. Водичку пока открою. Да ничего, потихоньку, помаленьку. На, проверить, наверное, есть вода-то, нет? Ну, я думаю, есть. Вот здесь. Сейчас, Димка, открою, там замок плохо работает. О, ну, все, вода есть, слава богу. Слава богу, есть. Так, а что можно пока, наверное, включить? У меня там, так сказать, автополив. Он, конечно, стрёмненький, но все же. Так, сейчас. Вот это вот. У меня как раз получается на теплицу. Тут, не скажем, давления не хватает. Форточку что ли залить? Или вообще открыть?
открыт, наверное, сзади вообще полностью. Так, дверь оставим, а эту откроем. Ой, форточку оставим, а дверь откроем. Вот так вот. Помидоры, говорят, любят сквозняк. О, вот так вот поливается, видите, как хорошо, так красиво. Можно так прикрутить, чтобы поменьше. Че, Димончик? Димон, ты видел уже? Ну да, пускай маленько поливает, наверное, я думаю. Помидоры уже даже висят. Да? Да, пусть частично... Ой, пусть частично поливает. Все, вроде поливает, да? Что-то напор даже такой нынче хороший. Пусть поливает, а мы пока баньку пойдем с тобой сделаем. Клубника, ну, столько ягод, да, будет? Ягоды, ягоды, столько цветов было. Сделали, видите, эти вертушки. Ты, Димка, видел, как делали вертушки, да? Ну, видел, сколько ягод? Скоро покраснеет. И все. Вертушки, чтобы дрозды не это. Не ели наши ягоды. Так, давай ключики. Сейчас мы откроем. Замок тут плохой, поменять надо. Можно, наверное, даже навесной сделать. На ушках. Ну, тут как-то так работает. Ну, такие петли и замок. Как ты закрываешь калитку? А, понял. Так, это мы потом все отсюда вынесем. Надо обратно. Мы здесь потому что как бы долго, поэтому мне их некуда деть. Пойдемте. Подготовим под баньку дровишек немного.